Привет, друзья! Я приветствую вас на канале Капитан Герман. Немножечко предыстории, почему я сижу в машине. Дело в том, что мы приехали в Киев по делам. Я хочу рассказать свои впечатления о стольном граде Киеве, в котором я родился и в котором я прожил основную часть своей жизни. И сейчас мы вам будем рассказывать и показывать о том, что поменялось глазами человека, который не был уже у себя на родине 3 года. То есть, да, 3 года я уже нахожусь в океане, и вот первый раз за этот период времени я приехал в Киев. Ну что ж, поехали. То есть, во-первых, дорожные условия, на мой взгляд, немножечко улучшились. Вернее, это связано не с дорожными условиями как покрытие, а с той точки зрения, что люди начали ездить немножко лучше. То есть пропускают, уступают, причем прямая зависимость, чем дороже тачка, тем лучше пропускают, на удивление. И чем попроще, тем, я не знаю, может у людей какая-то реализация, может какие-то комплексы, я не знаю. Но очень, очень все печально в этом плане, поэтому такой вот лайфхак. Если вам нужно перестроиться или выехать со второстепенной дороги, смотрите тачку подороже, включаете поворотник, вас пропускают. Не включенный поворотник, конечно, вызывает неприязнь. Лично у меня, надеюсь, у всех нормальных людей тоже. Но об этом мы сейчас разговаривать не будем. Итак, давайте я вам покажу. Вот у нас здесь машины спереди. Вот это улица Желянская, которая, в принципе, всегда загружена. Парковка вдоль дороги, это вот полная каша. То есть куча машин, которые реально мешают проезду. И ничего с этим сделать нельзя. Сейчас стало немножечко попроще. И люди начали не столь сильно занимать полосу. Вот выезжают с полосы, вот здесь видно. Выезжают с полосы автобусной. И... ну вот, собственно, эту часть люди стали соблюдать, хотя есть улицы типа Сексаганского, это параллельная, в которой это не соблюдается. Ну вон, машины стоят, далеко не будем ходить. Вот это самая правая полоса, это полоса автобусного движения, которая выделенная, и она полностью занята под парковку. То есть, на мой взгляд, вот такие вот парковки, они блокируют движение и создают, собственно, сложности в перемещении по городу. То есть с этим как бы разобрались. Вот видно, как сейчас маршрутные такси уезжают, потому что ряд занят под парковку, а это ряд, который выделен для движения автобусов. Теперь несколько слов касательно загруженности трафика. Ну и непосредственно трафика. То есть в принципе все не так печально, хотя если это, господи, как это по-русски, час пик, вот, то в час пик все-таки приходится нормально постоять. А сейчас мы едем, это вторник, рабочее время, то есть сейчас даже рабочее обеденное время, то есть сейчас 13 часов, и не такое большое количество машин. То есть, в принципе, перемещаться можно, а если учесть, что у меня все дела находятся в центре города и живу я в центре города, то мне удобно, хотя в большинстве своем, конечно, можно было бы пройти. Мы едем в Буковель. Да. Ну что, сейчас мы едем за ребенком, сейчас забираем Диану и вперед в Буковель кататься. Вот мы уже выехали, уже загрузились, полная машина всяких пасочек. А я не пристегнута. Пришел. Привет. Пришла. Привет. Диана с дырявыми коленями. Та-да. Зато я не май месяц, что? Очень нарядная, едет на Буковель. Я с собой пусти. Слышишь? Нет. Одна проблема, надо будет что-нибудь здесь в аренду сдать, я их забыл. Итак, как обычно, мы приехали сейчас в магазин, потому что, как обычно, мы оказались не готовы к выезду. У меня нет флиса, у Дианы нету термобелья. Короче, фаталити. Я специально встал в 8 утра, чтобы в 9 выехать уже в гору. Сейчас у нас 11:25. Ехать нам больше 700 километров, поэтому бляха-муха. Ну, едем, дорога хорошая, вот мы сейчас едем 150 километров в час. Вот, чуть меньше, 140.
Да, вот и дорожные условия абсолютно нормальные, то есть не скользко, просто мокро. Но если едут грузовики, то иногда накидывает какашками вот это вот все в лицо. Так дворнички, ну, дворники справляются, хорошо, хоть оно сразу не засыхает. Ехали, остановились покушать. Вот так вот выглядит сейчас наша машина. Вот такие номера. Вот. Все замерзшее. Диана, что ты делаешь? В Инстаграме сижу. У тебя такая шуба прикольная. А ну одень ее на голову. Заезжаем в Буковель. Здесь так красиво, фонарики. Очень красивая дорога. Новый год. Новый год. Здесь все зима, Новый год, поэтому. Да. Такая красота. Вот, кстати, парковка. Там вот это. Нам припарковано. Очень красивое место. Там что-то дымит. Дымоход чей-то. Ну, дымят трубы. Топят. Ну, поди тепло будет. То, как выглядят наши домики снаружи. Вот тут парковка. Ну, тут ее уже не видно, потому что она темно. Вот горят наши два окна. Правая это Саша, левая наша. Вот они наши комнаты. Ну все, мы дома. Какие вы веселые. Кавель поменялся, как упаковку отстроили. Мы не были 3 года. Ну, 3 года она была еще. Да? А ты была здесь в прошлом году? Да, я еще была. А, как это все здесь происходит. Вот такая у нас еда. Это картошка с курицей. Со шлемом. Что, Диана? Ты как-то не по форме одета. По форме. Пончики. Там вон гора, видно. Падала сегодня? Нет, сегодня мало падала. Вчера падала, а сегодня уже не падала. Вчера так жопу набила, что хватит падать. Сегодня уже раскаталась. А я таки рухнул. А здесь у нас Диана, которая приехала на попутке. В норе. Диана! Как ты доехала? Как ты доехала, расскажи. Хорошо! Супер! У меня уже поднялась скорость, я уже доволен. То есть, если в первый день я еще ездил там до 60, то сейчас у меня уже там около 80 скорость постоянная, но это второй день катания. Но на втором спуске я сегодня таки убрался. Начал тормозить задним кантом, потерял. И такую кочку поймал вообще. Ну, я быстро ехал, поэтому я летел и кувыркался далеко. Ну, ничего, потом встал с ходом, вот так и поехал дальше. Короче, я каталась все дни с родителями, а потом в последний день я познакомилась с компанией из 6 румынов.
И мы с ними катались весь последний день. И я надеялась, что мы останемся еще на один день. И была уверена, что мы сегодня будем еще кататься. Не судьба. Румыны и все. Пока румыны. Как ты с ними познакомилась? Они подошли, познакомились. То есть не ты к ним сначала подходил? Я, короче, сидела в фельварке, ждала вас. Я думала, что вы подъедете, потому что вы сказали, что кофе хотите пить. В общем, минут 40 ждала, сидела, интернетилась, а они сидели напротив, смотрели на меня, потом я пошла кататься, потому что поняла, что, скорее всего, вы не придете. Ну и все, и потом я приехала обратно, и они там еще сидели, и мы встретились. Ого, какая романтичная история. Это была судьба. Румыны ждали меня там. Какая красивая дорожка у нас. Это мы выезжаем сейчас из Буковеля и заезжаем в Яремчу. Мы уже домой едем, мы уже накатались. Девочки, вам понравилось? Да, понравилось. Я бы еще денек покаталась. Мы сейчас пришли на блошиный рынок. Вот так он выглядит. Тут сейчас продаются книжки. Военная форма. Красиво. Офигеть, это же все вкусное. Это вкусное. Кстати, изящно, оригинально, светится здорово. Я любуюсь этим. То есть я такая интересная вещичка. Очень красивая. Так блестит. Она именно. Вещь. Что-то неинтересно. Понятно. Рынок находится рядом с железной дорогой, и вон едет поезд, дизельный. А здесь еще ходит поезд, который топится на дровах, и можно объехать вокруг Киева. Санки. Теперь мы заходим на рынок, который продают вот вообще такие мелкие-мелкие штучки. Ну, ты туда хочешь идти? Ну, пошли посмотрим. А это действующая железная дорога. Здесь проходит поезд. Когда поезд проходит, все отбегают от продаж своих. Поезд проходит и дальше сбегаются обратно. Человек с лисицей. Итак, мы были на блошином рынке, понакупали кучу всякой фигни. В общем, здесь очень прикольно, а сейчас мы идем пить кофе. И сегодня мы познакомим вас с баром. Вернее, нет, это паб. Владельцем этого паба Тимуром. Друзья, Тимур. В 2015 году я познакомился с таким направлением пивоварения, как крафт, которое очень сильно развито в Америке, чуть менее в Европе, и в Украине оно начало зарождаться вот буквально там несколько лет назад. Можно попробовать один из таких сортов. Это Double Indian Pale Ale, который отличается очень богатым ароматом. Да, его понюхать, вот ощутить ароматику пива. Оно, кстати, очень классно пахнет. Ну, какими-то фруктами, да? То есть оно может пахнуть цветами полевыми, оно может быть пахнуть тропическими фруктами. Ну, вот. Короче, сейчас начинается самое любимое яхтенное развлечение. Как в большинстве стран они говорят local entertainment. И... О, оно прикольное, оно горькое, но оно очень ароматное. Класс. Реально вкусное, очень вкусное. Пиво рекомендуется пить небольшими объемами для того, чтобы... Ну или как на финал, когда хочется уже там закончить дегустации и чтобы вот, ощутить в полной мере. Да. У него очень медовый вкус.
оно крепкое, я чувствую, но алкоголя вообще нету. То есть оно как-то вот просто алкоголь чувствуется, когда ну, даже не глотаешь, а вот просто чувствуется, что он есть. Но можно его пить просто как воду. Это стаут с добавлением лактозы, в которой лактоза она не взбраживаемая. Это не взбраживаемый сахар. Это не молоко. Нет, это, ну, это лактоза. Вот. Она, дрожжи ее не могут съесть. Соответственно, она остается в пиве, и пиво приобретает такой сладковатый оттенок. Сейчас мы его попробуем. Но это больше пахнет хмелем. Именно хмелем. О, это вообще сладенькое. Да, это сладкое пиво. Можно приходить, можно спрашивать, можно интересоваться, можно вести беседы на пивные темы. Ну, естественно, конечно, это то, чем вы занимаетесь. Да. А я хочу сказать вам, что пивная тема, она на 100% совместима с яхтингом, потому что ни для кого не секрет, что яхтсмены иногда выпивают. Ну, иногда, не иногда. Поэтому добро пожаловать в бар, который называется Craft vs Pub. И Мейша Марефу, как говорят у нас в Африке, на Суахи. Как тебе погода? Классная, субботняя. Куда мы сейчас идем? В метро ехать. Сережа, на первая поездка в метро за 3 месяца. Короче, не об этом речь. Мы едем снимать ворон. Спокойно. У нас вороны ждут нас. А погода вот такая. Класс. И там сам есть. Да вот нормальная скользанка. О, да прикольная. Короче, фигня, спокойно. Вот есть еще. Разгоняемся? Давай, побежали. Жетоны. На. Давай. Вот, кстати. Что, побежали? Нет. Поскользили. А мне в прошлый раз тетечка специально снизу говорила, не бегайте, ла-ла-ла, а ты во избежание. А я именно в припрыжку скакала. Крещатик. Куча народа. Здесь мне тоже нравится мозаика на стенах. Где? Вот это? Симпатичная. Да, братья Люмье. Прибытие поезда. Конечно, все помнят. А руки-то помнят. А ноги бегут. А ноги помнят по привычке, куда идти. Выходишь из метро, такой сразу раз на пересадку пошел, да? И даже можно поворотники не включать. Итак, мы на станции Золотые Ворота. И нам нужно вон туда. Прямо и на выход, и наверх. Это, кстати, очень красивая станция. Красивая. Это, наверное, одна из, которая мне нравится. Такая. Ну, конечно. А вот это иногда есть интересные люди встречаются в метро. Вот он, например, в кроксах идет. Короче, кого мы встретили в метро? Гуцу. Гуцу. Гуца. Человек. Дрон. Ну дай, дай я сниму широко. Давай, давай. Покажи. Почему? Почему ты дрон? Давай. Короче, все, погнали. Нас ждут великие дела. Итак, выходим, выходим на этот апокалипсис. Мы уже передавали сегодня привет Кении, Андрей. О, блядь. А в Кении там люди вообще офігіли, бо їх би так побачили. А тут всі не офігіли. Але насправді багато людей з Кенії в нас є. Ти знаєш це? Так, у медичному інституті. Пуховік. Два пуховіка. Дисквайрет. Я готова. А я, короче, це ж зараз... Ярослав Мудрый. Нет, это Дина. Ярослав Мудрый дальше. Что? С тортиком, смотри, стоит. Кафе? Видишь, что это вот? Попен там не кушает. Да. Пантагрюэль, да. Это кот жил в этом кафе. А потом что? Вот. А потом в кафе случился пожар. И кот погиб в пожаре. И хозяин этого кафе, он его реставрировал. Это, кстати, один из первых ресторанов в Киеве, вот этот. И хозяин поставил памятник вот этому коту, который у него в ресторане погиб. В 1998 году. Да, Мазур Богдан. Все, теперь вы знаете немножко больше истории Киева. Про кота. Про кота. Это я хоть самому, я Хатико тоже памятник сделал. Хатико, да. Кота меня ты позовешь.
летает дрон. Сейчас звук треба переводить. Чик-ч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 ик. Прикольно. Внимание! Где? Люди с Кении не зрозуміють, що. Вперед, друзья! Это секретный вход. Видишь, смотри, здесь все граффити. Вот, эта сетка. Здесь продается, когда квартира, то она продается вместе с обслуживанием вот этих воронов. Но это не вороны. Они называются круг. Вот он какой. Ничего, мы будем бежать. Им 25 лет. Это не вороны. Они живут в чащах. И их нашел охотник. Он завлекает, чтобы укусить кого-то. Я знаю. Коварный. Я знаю, я просто видела, как прошло. Их здесь два. Один в этой клетке, другой в соседней, и один умер. Палочку дай. Дай палочку, дай. Три, это в соседней клетке был. Да, да. Он же умер. Один умер. Он играешь, не хочешь тебе веточку, да, взяли. Возьмите, он только попытался. Слушайте, какой же он умный. Отдай. Отдай. А потом отдай тебе обратно. Отдай. Не? Отдай. Ах ты хитрый. Не больно ты хотелось. А еще сейчас я вам хочу рассказать немножечко про муралы Киева. Вот мы находимся здесь во дворе, в котором живут круки, вороны. И здесь есть... Вот такой мурал. О, какой воробей. Смотри, он из клетки убежал. О, и заодно мурал. Класс. Класс. Отличный диджитал. Ну, конкретный диджитал. Эй, этот, зеленый. Бежим. Так, пейзажечка. А вот туда вниз, там находится Андреевский спуск. Бахат родился в християнской семье. Я кажу, блядь, так він тоді відмовився від того всього. Він каже, ну это християнство влияло на его типа мировоззрение. О, маленький принц, смотрите, лисенок. Где лисенок? Вот, лисенок маленький. Класс. Здесь прикол в том, что вот эта вот маленькая церковь, она относится к московскому патриархату. И она здесь стоит незаконно. Поэтому здесь все время проходят митинги, чтобы эту церковь снести. И я, в принципе, согласен, потому что если эта постройка незаконная, с Божьей помощью, то ее бы не прочь легализировать. То есть под бульдозер. Липа. Нараховує понад 350 років. Она вот уже подпертая снизу балкой, потому что уже от веса она себя очень плохо чувствует. Вот. Такое вот прикольное здесь место. Ну, в церковь, я считаю, платный въезд, это абсолютно... Это давно пора сделать. То есть, если Божьей помощью люди не могут понять, что нужно платить... Что это за люди? Это какие-то не люди. Андрей, осторожно, машина. Вот мы сейчас находимся на Андреевском спуске. Андреевский узвиз. Здесь на этой улице, это арт-улица, здесь продаются всякие крафт, как сейчас модно называть, хендмейд, крафтовые поделки. Крафтовый подарок. Ремонт сходив. Проведено 2012. Он лет 10 был закрыт, потому что здесь были проблемы с канализацией и подведением воды, и отводом воды. Но сейчас уже его сделали, починили, и уже несколько лет этот район работает. Здесь ну, вот да, видно, да, видно машины, которые тут нафаршированы с всех сторон. О, вот этот театр, из-за которого здесь были... Такие распри. Вот. Сейчас я его спущу снизу и покажу. Как по мне, супер. Вот этот театр.
Вот он. Это из-за него, из-за того, что он здесь не подходит под Андреевский спуск, была куча проблем. Как по мне, супер подходит, отличный театр. Ну, до речі, в Норвегії, в Осло, в них дуже популярно, що може таке бути писати. Внимание, а ми зараз підійшли к дому Булгакова. От, кстати, пам'ятник Михайлу Булгакову. Почему-то у него полированный нос. Вот. А вот сам дом. Здесь есть постоянно работающая экспозиция. Дом Турбиных. Музей Булгакова. А хотите зайдем? Он работает. Идем на улицу Сагайдачного. А уже давно здесь проезда теперь нету нигде нормального. Одно из местных развлечений – фуникулер. Сейчас мы поднимемся наверх к Миду. И оттуда пешочком. Фух. У нас сегодня день. День пешехода. Да. Зожника. Зож. Давай. Бегом, бегом. Мид нравится воронам. Юван чекає на тебе. Так, ну что, нравится тебе здесь? Интерьерчик, да, я то еще не пробовала. Это мы в Тарантино находимся. Здесь у них открытый гриль вечерами, они на нем колбасят. Второй этаж прикольный. Да-да, там живая музыка идет на втором этаже. Вон там барабаны стоят.